Отец писателя бестселлеров Дина Кунца отличался буйным характером, бил жену и много пил. И что удивительно, Кунц не считает, что у него было трудное детство. У него была мама, которая его любила, и были друзья, всеми, в семьях которых не было насилия. В одном интервью Кунц сказал фразу, которая прочно засела в моей душе. «Счастье – это выбор». Психологи считают, что детские травмы определяют нашу жизнь, но похоже, что еще больше на нашу жизнь влияет отношение к этим травмам. Травма детства никуда не делась, но все свои переживания Кунц превратил в триллеры, в которых обычные люди сталкиваются со злом и чаще всего побеждают.